Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подруги! На связи Марина Пинтонида из солнечной Флориды, так сказать, новоиспеченный риэлтор, американская жена и многогранная личность. Большое спасибо тем, кто смотрит мои видео, большое спасибо тем, кто смотрит их достаточно внимательно. И на днях я получила несколько интересных комментариев, которые содержат вопросы, причем ответы мне хотелось бы дать не просто вот написать в комментарии, а дать такой развернутый ответ. А вопросы были такие. Я бы с радостью смотрел ваше видео о работе риэлтора каждый день по 20-40 минут. Еще раз большое спасибо. Расскажите, Марина, расскажите, пожалуйста, больше о недвижимости, о ваших первых клиентах и почему вы не уделяете все свое рабочее время недвижимости. Зачем вам работа part-time? Неужели на недвижимости нельзя заработать достаточно? Расскажите, пожалуйста, как проходит рабочая неделя риэлтора. Если вас не затруднит, расскажите по часам, как примерно проходит день. Сидите ли вы в офисе и ждете клиентов, или ездите по Флориде и ищете недвижимость на продажу? Возможно, ходите пешком по кварталам. Как часто вы бываете на опенхаусах своих или коллег? Сколько клиентов там можно найти? И если не секрет, расскажите, сколько денег вы сейчас зарабатываете, как начинающий риэлтор. Не подумайте, пожалуйста, что я хочу считать ваши деньги. Мне просто интересно, сколько денег примерно я смогу заработать, став начинающим риэлтором. И смогу ли я прокормить свою семью из 4 человек? Большое спасибо за такие вопросы. Я, в принципе, когда вам рассказывала уже про работу part-time, я предполагала, что кто-то будет заинтересоваться и скажет, а почему в принципе, вот вы не бросаете работу part-time, почему не отдаете все свое время недвижимости? И, наверное, вот начну я как бы по хронометражу именно с этого. Во-первых, я хочу сказать, что если брать вот так, как оно шло, поиском работы я занялась, по-моему, где-то в мае. И тогда еще у меня не было никакой лицензии, я только собиралась ее получать, я готовилась. И я тогда подумала о том, что у меня вот закончилась школа, у меня закончился волонтерство в музее, летний был сезон, летние каникулы. И стоит мне поискать работу такую нормальную, которая бы оплачивалась, а не просто я ходила и работала бесплатно. И я рассказывала, как я искала работу, то есть я разослала эти резюме, и получилось так, что это был не очень быстрый такой процесс. И за время этого процесса я сдала экзамен по недвижимости, то есть я фактически получила лицензию, я искала потом где-то недели три, я искала агентство, в которое я положу эту лицензию, вот это был процесс. И потом, когда я уже положила эту лицензию, вдруг приходит очередное приглашение на собеседование. Я попутно я ходила на собеседование, очередное приглашение на собеседование, и меня вот берут на эту работу part-time. Я на нее пошла совершенно абсолютно реально и разумно, то есть это был такой шаг, я понимала, что если это пришло, этим надо воспользоваться, и могу объяснить вам вот с какой точки зрения, почему я это сделала и почему я сейчас это не бросаю. Дело в том, что недвижимость в настоящее время и работа в недвижимости, вот она считается так, вот и везде ты партнер. Что это значит? То, что я вам говорила, натопал и полопал. Но помимо того, что ты натопал и полопал, ты входишь в этот рынок. Это значит, что вот я вам рассказывала, что когда я получила лицензию, и когда я нашла агентство, в которое я положу эту лицензию свою, и начну там работу, я должна заплатить обязательные платежи. И эти платежи, понимаете, они отличались от того, что я платила за в агентство, за школу, за сдачу экзаменов. Там были какие-то очень смешные суммы. А когда я пошла платить за свое, за членство, там такое специальное есть табличка, сколько ты денег должен заплатить когда, то получалось у меня, что единоразово я должна там только за эти членские взносы, за пользование MLS сайтами, я должна заплатить $730.
Это было значительно дороже всего, что я вообще заплатила до этого. И это единовременно. Потом я там должна была купить этот электронный ключ, то есть единоразово я снова заплатила $50, и по $17 с меня учитывается каждый месяц. По $50 с меня снимается каждый месяц за агентство, в котором я числюсь. То есть получается, ты еще пока ничего не заработал, но ты должен уже чего-то постоянно отдавать. И как бы у меня на тот момент сильно больших денег на карточке не лежало. Мужа своего этим, я честно хочу сказать, я обременять не собиралась. И поэтому мне надо было реально подумать вообще, а откуда я возьму $25 на мой на фитнес-центр. То есть получается платежи, которые у меня из карточки вынимают каждый месяц, да, а я пока еще туда ничего не положила. И поэтому вот работа part-time сейчас, она меня совершенно устраивала, и я на это согласилась с той точки зрения, что здесь я работаю не полную рабочую неделю, я работаю не полный рабочий день. Я специально попросила своих руководителей о том, что вот меня ставить только вот во вторую половину дня, то есть они, у меня рабочий день может начинаться, вот как правило он начинается иногда в 5, иногда без четверти 6, но это вот самое последнее, когда может быть 5:45, иногда в 4:30, то есть я работаю в принципе, вот этот до 10 часов вечера. И это время для меня, оно удобное, потому что вот, ну, недвижимостью бы я среди недели вот точно не занималась бы вот в это время. То есть это время было бы времени для семьи, там, да, если у кого-то есть дети. У меня никаких этих детей нет. То есть это время совершенно спокойно, время ковыряния в носу. Я сейчас работаю и получаю деньги за это. И я знаю, что этими деньгами я гашу те платежи, которые у меня есть. И по-нормальному вообще, теперь вернемся к как бы самому риэлторскому бизнесу и дню риэлтора, который строится. Дело в том, что в настоящее время, вот я сейчас много книг читаю тех риэлторов, которые писали там в 70-е годы, в 80-е, в 90-е. И у нас в агентстве, вот когда нас учили, каким образом строится этот рынок и как это все делается, в настоящее время хочу сказать вам, что этот рынок очень похож на инфобизнес. И строится он по принципу инфобизнеса. То есть вы строите подписную базу, по которой вы делаете там какую-то рассылку, да, а безусловно, начинаете вы с теплых контактов, которые у вас есть, потом постепенно эти контакты вас куда-то вывозят. Где вы ищете клиентов? Вы не обязаны сидеть, простите, в агентстве целыми днями. Вы можете сидеть вот именно вот как бы с той точки зрения, что это дисциплинирует. То есть вы можете приходить туда как на работу и обзванивать там сидеть своих клиентов. Вот первое время, когда я занималась там вот 2 месяца, у нас было обучение, то есть с утра мы 2 часа там учились, потом пока туда доехал, пока вернулся, то есть первая половина дня занята. Начинается это все с того, что вы обзваниваетесь. Сейчас в настоящее время это как бы вот такой принят. Раньше это было больше, когда ходили по кварталам, стучались в двери и кому-то что-то предлагали. Сейчас, например, вы можете это делать достаточно регулярно, но не каждый день. То есть, если вы будете это делать 2 раза в неделю, то это будет прекрасно. Кроме этого, вы обзваниваете. Есть такая, там специально обучают на курсах, там программа 8 касаний, программа там 33 касания. То есть это не просто вы обзваниваете, а там используются какие-то другие способы касания клиента. Почему они это делают? Потому что 85% клиента это повторные. Всего 15% вам будет приходить новые. Безусловно, пока вы наскердуете эту базу, должно пройти какое-то время и какой-то труд. Работа агентом по недвижимости – это не то, что принесет вам завтра сумасшедшие деньги.
Это процесс накопления. И поэтому говорить о том, что вот я сегодня получил лицензию, и завтра я смогу прокормить семью из 4 человек, нет. Нет. Завтра вы этого сделать не можете. Если вы будете усердно трудиться, вы можете это сделать в течение года. А первый год это будут вот такие вот пики, и спады и отклонения. И очень много надо работать. Вот это вот тот бизнес, вот, когда я и рассказывала о недвижимости, я говорила о том, что если вот кто хочет просто ходить на работу и получать деньги, вот этот бизнес не для него. Потому что у этих людей, которые, вот я называю это с психологией наемного работника, они должны знать правила, что вот пошли и получили, а здесь вас никто не гонит, и все, что вы делаете сами, это вы сами думаете, где искать этих клиентов и как. Безусловно, как русскоговорящие, в первую очередь, вот каждый думает о том, что надо окучивать русскоговорящих клиентов. Есть такое дело, то есть можно начинать и с этого. Но когда вы пойдете по районам, вы будете разговаривать там с теми уже людьми, которые там живут. И это не всегда русскоговорящие. То есть нужен английский язык, и даже не то, что хороший английский. Нужно просто тупо учить, либо какие-то делать подсказки себе для того, чтобы вы могли говорить на понятном им английском языке, что вы от них хотите. Вот. Как строится, каким образом строится рабочая неделя или рабочий день? Вот как нас учили в агентстве, рабочий день начинается с того, что вы начинаете делать звонки, обзваниваете клиентов. Нам там дается какое-то количество клиентов, то есть которые мы должны сделать. Дальше вы должны простучаться там в 10 дверей в день. Вы должны посмотреть 5 домов в день. И как бы в месяц, по-моему, в неделю нужно поговорить с двумя собственниками. Вот здесь есть такая форма, когда они не хотят продавать через агентство, хотят продавать сами. То есть вам нужно поговорить с двумя, может быть, вы их уговорите продать через агентство, и поговорить с двумя людьми, которые сняли свой дом с продажи, потому что по каким-то причинам. То есть вам надо узнать их и поговорить, то есть пройти через сопротивление с одной стороны. С другой стороны, вы помните, что единожды открытая дверь, ее открыть второй раз достаточно несложно. Вот, то есть существует какой-то вот такой план для вас еженедельный и ежедневный. Если вы будете тупо следовать этому плану, у вас будет, ребята, получаться. Постепенно, не сразу. Это как бы реклама такого накопительного характера, но будет получаться. Еще есть вариант, почему я говорю, что это очень похоже на интернет-бизнес. Есть возможность создать свой собственный сайт, оставить там как бы только дополнение о том, что поскольку вы агент, да, вы не брокер, о вашем работодателе какой-то логотип, и сделать свой собственный сайт, и уже этим сайтом, так сказать, привлекать. Вы можете на нем выкладывать или сделать платформу какую-то, на какой-то платформе свой сайт, в каком-то блоге, на нем выкладывать какие-то интересные вещи о недвижимости, то есть таким образом привлекать. Вот как я делаю сейчас, да, я делаю видео свое, и вы это видео смотрите, и вам становится интересно. Я планировала, вот если бы не эти вопросы, я планировала сделать видео уже по объектам недвижимости сейчас, но вот получились вопросы, и поэтому отвечаю на вопросы. Относительно опенхаусов. Опенхаус это такая вещь, которую, когда вот дом, как бы это называется, открытый дом, когда в субботу или воскресенье приходят люди для того, чтобы посмотреть на этот дом. Безусловно, на опенхаусы ходить надо, точно так же, как ходить и отсматривать объекты, которые интересны, пускай вам без клиентов, но вы ходите на это сами, договариваетесь, смотрите эти объекты, понимаете, за что там берется цена какая-то, иногда смотрите своим глазом, иногда вот я буду делать видео для того, чтобы со своими комментариями, да, стоит это или не стоит, и делать такой какой-то сравнительный анализ. Но вот для меня, пока у вас нет своих опенхаусов, есть такая реальная возможность, когда
листинг-агент, у него есть эти свои объекты полно, и он не хочет заморачиваться, он предлагает вам сделать этот open house. То есть вы приходите туда, вы все это организуете, вы там сидите эти 2 или 3 часа, вы делаете эти мероприятия все до open house, да, привлекаете туда клиентов. И в результате, если происходит какая-то продажа, и если как бы у этого человека есть свой агент, у покупателя есть агент, то вы получаете с этого $1000 или там 1200, в зависимости от того, как вы договоритесь с агентом листинга. А если нет, если это пришел покупатель как бы без агентства, вы можете тут же выступить для него как агент покупателя и получить таких вот как бы реальных покупателей, получить себе. Это очень хорошая идея. Я, честно говоря, еще ею не воспользовалась, но я обязательно ей воспользуюсь, потому что у нас есть уже в анонсах наших, в нашей компании, вот в электронной почте, которую я получаю, электронные письма, есть такой анонс. Просто это не моя ферма, и мне хотелось бы, если и делать это, мне хотелось бы это делать где-то вот в том районе, где я хочу делать свою собственную ферму. Как бы вот те дома, где я буду знать вот ту область, ту эрию, где я хочу работать. Я рассчитываю на то, что я ответила на все ваши вопросы. Если будут еще какие-то вопросы возникать, я с удовольствием на них отвечу. И уже вот в следующий раз мне хочется рассказать вам и показать именно о недвижимости, о том, какая недвижимость для инвестиций лучше, какая хуже, какие вот есть такие подводные камни вот в этом моменте, насколько разнится цена и вообще вот как бы углубиться больше, рассказывать про недвижимость. Но если будут у вас возникать еще какие-то вопросы, может быть, просто о жизни в Америке, обязательно пишите. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. И заодно вы поможете всем другим, кто хочет узнать о недвижимости или хочет купить недвижимость в Америке, во Флориде. Сделайте это и легче меня найти на YouTube. С вами была Марина Пинтонида, риэлтор, американская жена, жительница Флориды. Пока-пока.